Запись через госуслуги, очереди в мобильные пункты и ожидания, которые порой длилось неделями. Раньше для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, необходимо было уведомить врачей, сейчас же достаточно просто прийти на прием. В диагностических центрах Барнаула и Бийска заработало вакцинирование без предварительной записи. В краевой столице получить услугу можно здесь, на проспекте Комсомольском, 75А. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для желающих вакцинироваться в регистратуре выделено отдельное окно номер 9. После него пациент отправляется во врачебные кабинеты. Их два, и там работа ведется по будням с 13:00 до 19:30. Ручку расслабим, не напрягаем. Все. Другая точка находится в Бийском консультативно-диагностическом центре. Запись к врачу день в день в Наукограде проводят в кабинете номер 118, по телефонам местной горячей линии и через сайт госуслуг. Антиковидный пункт работает с 8 утра и до 16 часов дня. В Алтайском крае привилось чуть менее 600 тысяч человек. Это почти четверть от населения региона. Сначала на рост статистики повлияло появление мобильных пунктов вакцинации, а теперь, надеются врачи, скажется и возможность попасть на прием без предварительной записи. На сегодняшний день свыше 470 тысяч человек привиты полностью. Они получили оба компонента вакцины. Почти 130 тысяч – первый укол. Ревакцинировались 1124 человека. Тем не менее, в Алтайском крае остается высокая смертность от коронавируса. Ежедневно в ковидных госпиталях умирает порядка 25 пациентов. Всего за время пандемии в крае скончалось 4,5 тысячи человек. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.